если бы президент хотел отправить правительство в отставку, он обладает таким конституционным правом. Он может в любое время по совокупности нарушений, которые осуществляет, или невыполнение его поручений, или по низкой исполнительной дисциплине, или в связи с коррупционным скандалом принять это решение. Но раз президент это решение не принимает сам, и мы от него в обращении гражданам, когда он выступал в пятичасовом своем обращении, он об этом не говорил, он говорил наоборот, дайте правительству себя раскрыть, дайте правительству раскрыться, мы видим, что он в целом за это правительство. Мы считаем, что вот выступал на отчете Медведева, отчете правительства перед Государственной Думой лидер нашей фракции Геннадий Андреевич Зюганов, он очень грамотно, четко сказал, что у нас есть сильные претензии к ряду министерств и министров, которые, на наш взгляд, должны срочно быть отправлены в отставку, потому что они дискредитируют нынешний кабинет. С другой стороны, правительство в целом слабенькое. Оно, может быть, ему надо раскрыться, но страна не может долго ждать. Мы даем сейчас еще шанс ему раскрыться, но в то же время предлагаем встречный путь. Мы предлагаем создание коалиционного правительства народного доверия и предлагаем туда включить лучших представителей всех остальных трех оппозиционных фракций Государственной Думы. Потому что страна у нас одна, если президент готов эту руку поддержать, мы ее уже протянули. Скамейка запасных у нынешней команды очень короткая. Им трудно вытянуть страну.